Привет, ребята! Вы когда-нибудь хотели быть на кого-то похожими? Я, например, нет. Потому что всегда нужно оставаться самим собой. Почему? Сейчас расскажу. Жили-были две сестры. Приставки «пре» и «при». «Пре» во всем была очень хороша. «Премилая», «преинтересная», «премудрая» – все ее превозносили. «Пре» дружила с приставкой «пере». Одна преломляет, и другая переламывает. Одна преграждает, и другая перегораживает. Одна преодолевает препятствия, и другая их перепрыгивает. В общем, два спага пара. А у Фри такой подруги не было. Вот она и старалась к кому-нибудь присоединиться, приблизиться, приклеиться, прицепиться. Иногда она не доводила дела до конца. Присесть, приподняться, прикрыть. Иногда доводила. Примириться, привыкнуть, приручить, привить. При хотела стать похожей на сестру. И из-за этого их стали путать и часто писать неправильно. А ведь гораздо интереснее быть самим собой. Так что никогда не завидуйте и никому не подражайте. И вас никто ни с кем не перепутает. Ребята, хотите говорить и писать правильно? Не пропускайте наши эфиры, и вас никогда не запутают слова-ловушки.